У нас 4 бассейна. Один глубиной метр, 0,90, вру, 90 сантиметров. С водными горками детскими. Он тоже 90 сантиметров. Еще один. Он, по-моему, метр... А, здесь 60 сантиметров. А тут 55. А там 1,20 м. Вот такой вот он. 1,20 м. Так. Так, тут у нас игровые автоматы. Так, вот тут игровые автоматы. Вот тут у нас второй бар, пул-бар. Вот столики в тенечке. И последний, еще один бассейник, в котором меняется глубина от метра до 1,70 м. Сейчас на территорию пойдем, только с другого места. Вот он, наша красавица. Так, идем. Вот тут убираются все лежаки и проходит критский вечер с салютами, танцами. Там у нас лобби. Лобби-бар, ресепшн. Пойдемте зайдем. А потом пойдем вот на территорию вилл наших. Несколько ярусов. Вот вниз спуститься. И потом по лестникам. Вот. Еще одна Теперь идем теперь на территорию вилл. Эта дорожка как раз к виллам 400 и далее семейным. Здесь 300. Вот наши кошки.
Вон там Вилла Моро. Но куда мы пойдем чуть позже. Немножко наших вил и вил Моро. Мы сейчас по нашей территории гуляем. Вот здесь вот все семейные виллы. Вот. Вот. Дорожка к нашей вилле. И туда можно пройти к отелю Stella Palace по этой дорожке. Но там мы сейчас не пойдем. Мы еще немножко по территории погуляем. Вот. По нашей. Основные виллы на 200 и на 300. Вот здесь вот. И вот у них здесь входы, эти виллы. Там бассейн, ресепшн. Там тоже Stella Palace. Ну, ходить можно везде. Хоть Stella Village, хоть Stella Palace. Территория общая. Другое дело, нужды туда ходить нету, потому что и не в пути. У нас своя территория отличная. Вот здесь номера, окна выходят на бассейн. Шумно здесь по вечерам, конечно. Кто, у кого здесь окошки выходят. Сейчас я посмотрю номера комнат. 284, 285, 286, 287, 288, 289. Вот здесь шумно. Ну вот такая у нас территория. Вот мы вернулись. Там мы пошли, здесь мы вернулись.